Здравствуйте, дорогие друзья, с вами интернет-канал Максимадзе снова и... Да-да. И сегодня мы будем, наверное, заканчивать уже Мадагаскар 2 проходить. Нам осталось собрать сколько обезьян еще. Как посмотреть, сколько нам осталось обезьян? Я не знаю. Ну, в общем, мы идем их собирать. Нам надо до 60 набрать. И я знаю, где можно это сделать. Нет, кататься мы больше не будем. Нам это уже не нужно. Тотема здесь, блин, нету, жалко. Но я знаю, где можно обезьян собрать. На той стороне тотем есть, надо найти его сейчас. Во-первых, сначала можно, в принципе, поискать его и в обряде посвящения. Но думаю, лучше начать с этого сухаживания за Глорией. Идем к тотему. Львы пошли в жопу. Для этого нам Глорию надо выбрать. Блин, лучше бы вместо тебя обезьяна бы там была. Да, войти. Там обезьяны есть внутри. Вроде бы. Должны быть. Кажется, одну вижу. Давай, плыви. Сорок две. Значит, нам надо еще добыть 18 штук. И я думаю, сильно сложно это не будет. Фух. Что у нас здесь? Где что-то обезьяны? Вот есть. Осталось всего 16 штук собрать. Не наткнуться бы на этих дурацких крокодилов. Да, у каждой обезьяны свое имя. И одинаковых нет, вроде бы. Блин, да... Ладно, там тоже обезьяны есть. За этими камнями, например. Так,
За этими камнями они есть тоже. Ну-ка, открывайся. Осталось всего 9 штук найти. Надеюсь, это нам не составит труда. Так, вроде бы больше тут нет. Но зато есть здесь. Макроград, блин. Как что придумают, а? Осталось всего 3. Гордон, блин. И монетка еще есть. Ну и все, это последнее и все. Больше нам не надо. Ну и давайте, эту не будем оставлять, тоже возьмем. Ну и все, идем к пингвинам. Сейчас опять по этим пещерам дурацким, правда, придется плавать. А, у нас же есть, мы же можем на карту выйти. Че мы ходим-то тут, туда-сюда, блин. Нет, не сюда. А, стоп. В ту сторону. Нет, не туда. Ну, на водопой тогда, ладно. Мы же можем переплыть это все. Какая проблема переплыть-то? Условием нового 98, 99, 100. Теперь мы починим эту пташку в момент. Внимание всем! Нечто неожиданное и совсем не смешное стряслось в моем новом королевстве. Марис, покажи им. На водопое пересохла вся вода. Вам нравится фотка? Я сам ее сделал. Я еще снимаю свадьбы и дни рождения. Наверное, во всем виновата плотина. Но кто мог ее построить? Может, надо туда сходить и посмотреть? У нас теперь есть самолет. Чего мы ждем? Полетели!
теперь, когда мы установили на озере плотину, эти гнусные дикие животные будут искать себе другой водопой и оставят это место нам. Надеюсь, они не смекнут, чьих рук это дело, и не нагрянут сюда. Что такое? Боишься увидеть львов, бегемотов и зебр? Ну, да. Вы оба замолкните. Это не имеет значения. Потому что четвероногим все равно не найти наш лагерь. Умными себя возомнили, да? Ну так у меня есть план, как подпортить вам малину. А как же мы? Перво-наперво мы уничтожим их базу. Надо обрушить макак на эти хижины. Туристы хотят отстроить хижины. Останови их. Не дай им добраться до бревен. Раскатывай поленницы. Так. Надо постараться не делать лишних движений, а то игра может зависнуть. Блин, промахнулся. Да блин. Вокруг самолета, сэр. Это я уже понял. Прапор, заходи на разворот и вытаскивай нас отсюда. Вот тебе, мерзкий мешок-блок. О нет! Опять эта шутка старушенца. Если ее не остановить, она закидает нас бомбами. Откуда у нее вообще шары, я не понимаю. Ой-ой. Используй дурианы, чтобы снести ее хижину. Только дурианы способны на это. Ударь призовой шар. Блин, что-то так слабо ты. Блин, шар этот помешал немного. Один есть. Нет, сейчас опять по шару попадет. А, нет, смотрите-ка, попал. А, блин, не успел. Ну и в подарок мне дали эту. Блин, что так шаров? Что шаров-то так много? Задолбали твои призовые шары уже. Да блин, я не могу уже по нему попасть. Это наша цель, парни.
Первым делом надо провести разведку. Тут я могу вам помочь. Я люблю воду, а вода любит меня. Эта работа как раз для нас. Надо снести плотину. Так, вот здесь игра зависнуть может. Надо постараться резких движений не делать. Бумс. Резких движений стараться не делать. Хотя зависнуть игра вообще может где угодно. А ну, пошли вон! Ну, давай, ломай. Ломай скорее. Ну же, Глория, ломай плотину быстрее. Нет, не, даже не думайте. И давай еще раз. Опа, старушенцы что-то замышляют. Не нравится мне все это, малыш. Что это там бабуля задумала? Сейчас опять шарами кидаться этими будет. Они используют катапульту, чтобы залатать плотину. А ну пошли нафиг. Ой-ой-ой. Есть! Промазал. А, нет, не успел остановить их. Убирайтесь отсюда. Все. Своего отца. А я осознала, что мужчина моей мечты все это время был рядом. О, это ты обо мне? Не знаю, как это насчет мечты, но насморк у меня прошел. Будь счастлив, Мелма! Ты нашел свою любовь! Думаю, это стоит отпраздновать! Повеселимся! Такая вот игрушка. Ну что ж, это конец. Конец немножко такой... простой, мне кажется. Гораздо проще, чем в первой части в этой игре. Я имею в виду. Конечно, как что я могу сказать про игру? Игра неплохая, но мне первая часть понравилась больше. Там уровни прикольнее, мне кажется, и по сюжету там, и все такое. Здесь уже. Здесь графон, конечно, лучше, но все-таки. Сюжет в некоторой части урезан немного. Здесь это, вот по сюжету как. Главным злодеем второй части в мультфильме был Макунга, а здесь он является просто обычным персонажем, который показывал Алексу, что делать, испытания и все. И матери Алекса не было здесь вообще. Ну, в общем, такая вот игра. Куда... как дела у Морта, тоже неизвестно. Вышло, конечно же, вышло продолжение на игру Мадагаскар 3. Тоже сделана была игра. Но мы ее проходить не будем, потому что ее, к сожалению, нет, во-первых, на ПК. И, во-вторых, у нее нету русской озвучки. И играть мы в нее, я думаю, не будем. Ну что ж, такая вот игрушка. Надеюсь, она вам понравилась.
мне лично понравилась, неплохая игрушка. Ладно, на этом мы закончим с вами это, конечно же. Всем спасибо за просмотр, с вас лайкос и подписываться, это самое, с вас, а с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на этот канал, также вступайте в группу ВКонтакте, ну и всем пока.